He's fast or he's quick. Он быстрый, он быстрый. В чем разница? Обсуждаем в сегодняшнем видео. С вами Вероника и Puzzle English. Последние дни самой выгодной акции в этом году. Только сейчас вы можете приобрести безлимитный тариф навсегда с 75% скидкой. В честь Черной пятницы у нас есть акция с самыми выгодными ценами, которых больше не будет. Безлимитный тариф навсегда дает доступ ко всем материалам на платформе Puzzle English без ограничений. В нем собрано все, что нужно для комфортного изучения английского языка. Подробнее по ссылке в описании. Довольно забавно, что fast и quick принято считать настолько близкими по смыслу, что во многих случаях они даже являются взаимозаменяемыми. На английском взаимозаменяемые, кстати, это interchangeable. These words can be interchangeable. Однако, существуют некоторые отличия в их значениях, которые очень влияют на то, как вы понимаете предложение и на то, как вас поймут. Поэтому сегодня разбираем эту небольшую тему. Так чем же они отличаются? Fast используется, когда речь идет о самом движении или о способности двигаться быстро, то есть как физически быстро двигается человек, животные или различные транспортные средства. He walks fast. Он быстро идет. It's a fast car. Это быстрая машина. Везде речь идет о скорости. В то время как quick обычно обозначает что-то, что происходит за короткий отрезок времени, или скоро, то есть речь не о физической скорости, а о времени, как быстро что-то произойдет. It's just a quick test. Это просто быстрый тест. Речь идет о времени. Интересный момент, который важно не путать, это когда fast, quick выступают в качестве наречий, а когда в качестве прилагательных. И начнем с fast. Потому что fast – это и наречие, и прилагательное. То есть, эта машина очень быстрая, да, то есть прилагательное. Мы скажем this car is very fast. И он говорит очень быстро, здесь наречие. Мы скажем he talks very fast. То есть, fast никак не меняется. А что же с quick? Может ли оно быть наречием? И если да, то чем оно отличается от quickly? Думаю, что вы уже догадались, что quick является прилагательным, в то время как quickly – наречием. Мы быстро пообедали, где быстро является наречием, на английском будет звучать так. We quickly ate our lunch. Мы быстро съели наш ланч. А мне нужен быстрый ответ, где быстро является прилагательным, на английском будет I need a quick answer. Мне нужен быстрый ответ. В неформальной речи иногда quick используется как наречие, и это довольно частый случай. Но стандартный вариант наречия с точки зрения грамматики – это все же quickly. Поэтому в этом уроке мы придерживались именно такой разницы. И последний момент, который мы хотели бы сегодня осветить – это часто встречающиеся выражения. Так как fast относится именно к физической скорости предмета, то он часто сочетается с такими словами, как car, train, plane, pace, horse, runner, swimmer и так далее. То есть, например, it's a very fast car. Это очень быстрая машина. Или he's the fastest runner on the team. Он самый быстрый бегун в команде. The digital technologies are developing at a very fast pace. Цифровые технологии развиваются очень быстрыми темпами. И также fast часто используется с глаголами движения, такие как go, walk, swim, run, move и так далее. Например, he usually walks fast. Он обычно быстро ходит. Или you're moving too fast. Ты слишком быстро двигаешься. И, соответственно, так как quick, quickly относятся ко времени, то они часто сочетаются со словами glance, reply, decision, result, shower, lunch и так далее. Например, it was a very inspiring tour, not just a quick glance at some artwork. Это был очень вдохновляющий тур, а не просто беглый взгляд на искусство. You need to make a quick decision. Тебе нужно принять быстрое решение. Don't expect a quick result. Не ожидай быстрого результата. И теперь давайте сделаем с вами небольшой тест сразу с ответами. He is the fastest, quickest kid on the team. Fast или quick? Fast, потому что речь идет о скорости, он самый быстрый ребенок в команде. Can you please give it a fast, quick look? Fast или quick? Quick, потому что быстрый взгляд по времени. Можешь быстренько, беглым взглядом посмотреть. They stopped for a quick, quickly snack. Quick или quickly?
quick, потому что прилагательное быстрый перекус. Они остановились на быстрый перекус. He needs a fast, quick answer. Fast или quick? Quick, потому что быстрый по времени. Ему нужен быстрый ответ. You talk too quickly or fast. Лучше fast, потому что речь идет о скорости, да? Ты говоришь слишком быстро. Ну что, справились? Чтобы больше тренироваться, переходи на Puzzle English и совершенствуй свой английский интересно и интерактивно вместе с нами. И по традиции ждем ваши вопросы, идеи и предложения в комментариях. Спасибо, что сегодня были с нами. See you soon!